Друзья, здравствуйте! И сегодня у нас такое важное событие. Мы готовим наших львиц для стерилизации к оперативному вмешательству. Авариогистерэктомия, это правильно называется операция, да, более научно. У нас все-таки главная цель — это помощь животным, да. Поэтому нам нужно минимизировать риски, или даже не риски, а возможность рождения малышей от наших львов. Да, было такое. Но сейчас главное, что мы стерилизуем, мы готовим львиц к стерилизации, и я очень надеюсь, что все пройдет хорошо, тем самым у нас не будет нежелательного потомства, и мы будем иметь возможность спасать львов, а не располагать тех львят, которые родились у нас. Поэтому, друзья, дальше будет введение в наркоз. Переведение в домик для оперативного вмешательства. Постараемся показать вам как можно больше, как можно интереснее. Ну и будем очень надеяться, что все пройдет хорошо. Львицы пройдут потом реабилитацию после операции и уже будут без гормональных всплесков, без гормональных сбоев жить и радоваться жизни в нашем парке. Поэтому поехали смотреть. Где ключи? Прости, ну их можно поискать, в куртке можно поискать. Друзья, вот и подошла к концу операция нашей первой львицы. В нашем парке это первая стерилизованная уже львица. Дальше у нас по плану будет Сандра. Это самая младшая из нашего прайда самка. Она будет стерилизована примерно через пару недель по причине того, что у нее сейчас течка, то есть она половая активность у нее такая увеличилась, поэтому, естественно, уже все органы, они более кровоснабжены, и, конечно же, чтобы минимизировать риски, связанные с стерилизацией, с операцией, мы решили немножко отодвинуть эту дату стерилизации для того, чтобы обезопасить животное. Сейчас стаю мы выводим из наркоза, сейчас мы будем выводить очень все, слава богу, у нас хорошо, и будем уже переводить в вольер, ну и там покажем ее, когда она будет первый раз там вставать и уже стерилизованной львицей, поэтому поехали. Друзья, вот мы и перенесли нашу львицу Таю, она уже в своем индивидуальном вольере. Сейчас Алена с нашими анестезиологами будет контролировать ее состояние, как она выходит из наркоза, все ли идет по плану. Ну, как бы никаких показателей для того, чтобы что-то было не так, нет, поэтому я уверен, что все будет хорошо. Все, теперь первая львица у нас стерилизована. Дальше у нас по плану Сандра. Поэтому, дорогие друзья, поздравьте нас, первая львица стерилизована, все хорошо. Ну и дальше уже, конечно же, будем двигаться в сторону помощи животным, а не рождения своих малышей у нас в парке.